Фальшивых монетчиков задержали сотрудники агентства по финмониторингу в Алматы. На поддельные деньги злоумышленники хотели купить криптовалюту. Три ненастоящие 100-долларовые купюры нашли в машине у одного из задержанных. По информации агентства, в настоящее время начато досудебное расследование, а подозреваемые находятся под стражей. На заключение специалиста, представленные на исследование купюры номиналом 100 долларов США в общей сумме 20 600 долларов образца 2006 и 2017 годов, не соответствуют образцам денежных знаков, выпускаемым Федеральным резервным банком США.